Известный кинорежиссер Евгений Бедарев начал работу на площадке 8-го международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки роста». Встреча с режиссером прошла в формате беседы. Отметим, что сегодня уже третий день работы форума. Молодые люди со всего мира на Алтай приехали учиться и делиться опытом. Они ищут партнеров и презентуют свои проекты. У меня есть действующий бизнес. Сюда приехала с социальным стартапом «Женский клуб», то есть проведение женских тренингов, личностный рост, женское развитие. Вот. Ну и за знаниями, конечно. Повысить свою компетенцию как лидера, как руководителя. А здесь ты приехал, то есть на своей площадке, то есть ты выбрал то, что тебе интересно. Если что-то еще интересно, можешь сходить еще что-то посмотреть. То есть я с продвижения еще хочу на народное кино сходить, потому что очень круто здесь. Площадка «Народное кино» на форуме «Алтай. Точки роста» не новая. Она была раньше, но временно не работала. И нынче, в честь года российского кино, площадка снова возобновила свою работу. Участники здесь не только усваивают теорию, но и ежедневно практикуются в режиссуре. Но мы говорим об актерском тренинге. Актерский тренинг нужен и актерам кино, и актерам театра, поэтому мы занимаемся тренингом. И ребята очень интересно работают, очень интересно думают, очень рождают новые идеи прямо здесь, сейчас, на этом тренинге. Поэтому мне очень интересно с ними работать. Они очень активные, много у них интересных мыслей. И самое интересное, что они демонстрируют вот творческое мышление в таком в полном объеме.